Привет! Вы на канале «О напольных покрытиях». С вами я, Роман. Если вы до сих пор еще не подписались на канал, то сделайте это прямо сейчас. Вот там есть где-то вот там вот кнопочка, чтобы подписаться и получать уведомления. И можете авансом сразу поставить лайк, потому что видео обещает быть интересным. Сегодня мы рассмотрим ламинат Вестерхоф в коллекции «Эффект премиум». Да, это тот самый бюджетный ламинат, который можно взять за 1600 примерно в этом районе сейчас на момент записи видео рублей в 12-миллиметровом исполнении. Я честно признаюсь, еще его не трогал своими руками, что это за ламинат, сам пока не знаю. Мы сейчас с вами вместе откроем, посмотрим, но сразу говорю, по отзывам своих коллег и по отзывам тех, кто занимается продажами ламината, то есть он очень даже неплох. Рекламации по нему не так много. Замки здесь, насколько мне известно, система Uniclick или подобная, да, то есть который проверенный и надежный. В сборке его проблем не возникает. То есть такой для бюджетный, для ламината 12-миллиметрового вариант, ну самый такой вот смак по сочетанию цена и качество. Вот, что можно о нем сказать. Делается этот ламинат в Турции на заводе AGT, поэтому это меня и подкупило, и я решил в свой шоурум тоже поставить стенд, чтобы вы могли выбирать. В принципе, упаковочка, она стандартная, в стиле минимализма. Мы можем тут увидеть, что ламинат 12-миллиметровый, 20 лет гарантия на него, и он 33-го класса, класса стираемости AS5, что очень даже неплохо подойдет для любых помещений, собственно, и коридор, и комната, и ну, вся квартира вполне может им быть укомплектована. Давайте мы сейчас его вскроем и уже посмотрим, что же он из себя представляет. Размеры у него должны быть стандартные. Это 1200 миллиметров на там без чего-то на 19 на 190 миллиметров. Вот в упаковочке 6 плашечек. Вот, так, вот они, 6 плашек. Смотрим. Ох, да, уверенная такая плашечка. Плашка с прокрашенной фаской. Декорчик приятненький здесь. Вот он, да, замок. Подобие униклика. Должен хорошо залетать. Сейчас мы это его проверим. То есть, себя... Да, замок такой уверенный. Ламинат вообще так в руке, такой плотничком. Добротненький смотрится. Декор под дерево. Сейчас смотрим повторяемость. Две одинаковых. И две одинаковых. Да, повторяемость практически сейчас часто очень делают такую. То есть по два декора, то есть 6 досок, по два одинаковых декора в упаковке. Ну, так легче, наверное, будет разложить даже. Вот они идентичные, да, похоже. Присутствует тиснение. Такое вот ощущается пальцами. Приятный довольно-таки на ощупь. Ну, выглядит дорого-богато. За свои деньги реально он выглядит так. На обратной стороне вот у нас как раз указаны размеры. 1195 на 189 миллиметров толщина. Способы укладки. Ссылка на то, что инструкцию по укладке можно прочитать на сайте agt.com. Собственно, больше тут никакой информации интересующей нас нету. Замочек какой. А, красота. Сейчас буду его собирать. Обратите внимание на толщину замка. То есть он практически всю плашку занимает. Да, вот, то есть... Сделан реально такой добротный. Навряд ли такой вот замок можно ушатать, как-то быстро расшатать или что-то с ним сделать. Ну, то есть такой. Он, вот этот скосик позволяет забивать этот тусик, забивать флажку в плашку. И она защелкивается за него и тем самым держится.
То есть такой замок, он как раз этот замок позволяет тремя способами: и рядами, и по одной плашке, и вбивать. То есть это самый такой цинус в замке. Вот. Ну что, приступаем к сборке, так сказать. Попробуем его в деле. Так. Опа, хорошо так вошел. Замок приятный. Реально приятно вошел. Тут мы применим раскладку хаотичную. Достаточно неплохо срезалось, сколы есть, но мы и не старались без них. Вот что у нас из себя плита представляет. Итак, при хаотичной раскладке, которую мы здесь применяем, вот эта вот у нас часть, по идее, должна уйти в начало. Здесь у нас довольно-таки достаточный 23 сантиметра зазор, мы его в принципе можем оставить. Если нам этот зазор нас не устраивает, да, вот это смещение, то есть сейчас давайте я этот вставлю. У нас вот эта часть, которую мы отпилили, она должна у нас здесь быть. Все, она на месте. Замок, кстати, очень хорошо защелкивается, по крайней мере, торцевой на первом ряду. Вот. Если нас все же не устраивает это вот смещение, мы можем просто эту доску отложить, а отрезать с новой, да, до того момента, вот там вот до сюда тут часть просто отметить, отрезать необходимую нам длину, сделать, выставить нормальный зазор. А эту доску отложить, там она пойдет через ряд или когда нам она понравится по размеру, грубо говоря. Но у нас, в принципе, вот от следующей доски тогда тоже сформируется остаток, и какой-то все равно лишний останется он. Поэтому тут надо аккуратнее. Сейчас пробуем собирать по одной доске этот замок. Самое интересное, чтобы он собирался, он должен, я повторюсь, тремя способами собираться вот так вот по одной доске и забиваться должен. То есть... Так, первые ряды самые трудные. При укладке не забываем зазоры оставлять 10 мм везде. И когда мы начинаем укладывать первый ряд, срезаем вот этот вот бортик, если он длинный, как вот у этой доски, достаточно сильно выступает этот бортик. И если мы от целиковой доски все-таки не отрезаем ее, а укладку начинаем от целиковой доски, лучше этот бортик срезать. Это будет правильно. Я просто тут не срезаю, потому что это все-таки стенд. Это нам не нужно. Зазор должен быть 8-10 мм, но не больше, чтобы перекрывался плинтус. А все зависит, в принципе, от площади укладки. Зазор можно выставлять, если это небольшая площадь укладки, изначально, да, небольшая длина. Когда соберешь два ряда, можно уже клиньями распереть его и выставить зазор необходимый. На первых рядах собирать неудобно. Замок, он может гулять весь ламинат, замок защелкивается, надо вот собрать 2-3 ряда, потом вот выставляется зазор, тогда уже потом пойдет лучше. Первые два ряда, это прям вот самое неудобное, самое основное, когда собирать. Этот замок вот лучше всего, наверное, будет подбивать. Там... Плотный, достаточно очень плотный. Очень хорошо защелкивается, он туго, но он при этом очень плотно садится, такой прям, его очень
тяжко выходит. Вот. Так, ну это ладно, мы первую доску. Дальше мы смотрим, следим за рисунком, как я показывал, да, доски повторяющие есть. Я здесь не особо буду следить, потому что мне это все равно просто для демонстрации. А на объекте это надо все, все рисунки отсматривать и все четко подбирать. Открывать лучше там 3-5 пачек одновременно открывать, вскрывать и мешать раскладывать доски по рисунку и уже их чередовать. Да, пилится ламинат неплохо. Пилим, кстати, обычной пилкой из Леруа Мерлен. Часто спрашиваете, какой пилкой. Обычная по ламинату из Леруа Мерлен. Больше нигде я таких пилок, к сожалению, найти не могу. То есть она причем недорогая. Две пилки, по-моему, что-то в районе 140 рублей в Леруашке стоят. Но почему-то больше их никто не производит. Если кто знает, напишите в комментариях, где можно купить другие. И... вот смотрите, что у нас получается. Сейчас мы защелкиваем вот этот ряд. Защелкиваем ее. Блин, мне нравится, как торцевой замок тут ложится вообще прям. Ну, конечно, это такой замочек туговатый. Придется с ним, придется повозиться. В плане... хоп. Но... блин, очень круто, очень, как это сказать, слово правильное. Прямо туда, и все, и хрен вырвешь. Вот очень мне добротно нравится, он защелкивается прям, ах, ну, не знаю, мне это нравится. То есть нет впечатления вот этой вот, есть впечатление надежности, вот как это сказать, нету. Нет такого ощущения, что вот сейчас он выскочит там или что-то. Прям сразу, он когда влетает, тяжело, но когда влетает, прям он хорошо там держится. Даже это, заметьте, это вот первые два ряда, но у меня ощущение, что я сейчас подниму и ничего с ним не будет. Ну да, вот, смотрите. Первые два ряда, он не рассыпается. Другой вот возьмите. Блин, реально, смотри. Я его даже вот одной рукой вожу, он не рассыпается. Вот у него, я говорю... ощущение такое, что вот он качество. Это два ряда. Блин, вот попробуйте для интереса, кто собирает ламинат, сделайте вот так вот. Первые два ряда хрен вы поднимете. Вот этот замок, он прям, ну, у него, ну, я не знаю, у меня вот впечатление, мне понравилось, как он входит. Замок огонь, вообще. Вот я бы купил ламинат только ради, только из-за замка. Прям, блин, вообще круть. Но вот на первых рядах есть чуть-чуть щелки, но это, наверное, скорее всего, потому что я не добил. Давайте мы их уберем. Вот если присмотреться вот здесь, немножко недозакрыто, и вот здесь. Но это все, вероятно, из-за того, что я еще просто не... просто первые ряды я, скорее всего, тут не добил. Давайте мы сейчас прям попробуем при вас сохранить это. Так вот мы... он должен, по идее, закрыться. Или все же это чуть-чуть ошибки геометрии. Не, закрывается. Все, мы сейчас его... все, да, ушли. Ушли это неровности. Все четко. Я не буду распирать его распорками. Мне это не нужно здесь. Да, вот мы следующую доску ставим. Ставим следующую доску. Она у нас уже как влетая сюда залетает. У нас вот вырисовывается, если квадратное помещение или прямоугольное у вас однотипное. И если вы при хаотичной раскладке берете каждую доску крайнюю и начинаете каждый следующий ряд, у вас 100% вырисовывается лесенка. То есть она будет по всей комнате. Она вот так вот. Если вас такой рисунок устраивает,
Потому что у нас некоторые даже заказчики, они просили вот именно, чтобы была лесенка, да. Назвать хаотичным это, ну, хаотичная, да, раскладка. Но в целом она получается не особо красивая. И если такой вариант лесенкой раскладки вас все-таки не устраивает, можно попросить мастера немножко ее чередовать. Возможно, это увеличит расход материала, потому что мастер не сможет использовать остатки сразу на эту часть. Либо от остатков надо будет что-то отрезать, либо зарезать новую часть, а остатки, это, как я и говорил, использовать уже в каком-то другом ряду. Вот. Соответственно, расход увеличится. И такой важный момент, что эту просьбу, вот этот момент надо просить не после того, когда вы увидели завершенное помещение, а перед укладкой. Потому что просить потом переделать, переложить чисто из-за того, что вам не нравятся вот эти вот смещения, это как бы немножечко глупо, потому что, во-первых, придется разбирать весь ламинат, а это повторная сборка замков. Замок уже не будет держать так, как он защелкивался в первый раз. По-любому он может быть поврежден при разборке сборки, и по-любому он уже потеряет свою вот эту первую эластичность. Да? Его можно собирать несколько раз, можно, но качества свои от первого щелчка до первого раза, когда защелкивается, и он, или второй, третий, он будет постепенно терять. Вы уже на этом потеряете, в этом моменте. Поэтому, если нету прям крайней необходимости, лучше не разбирать. Пинать на мастера, то есть что вот он такой сякой сделал так, стоит только если он нарушил технологию. Допустим, если вот это смещение меньше 20 сантиметров, там 10 он оставил маленькое, крохотное, да, вот смещенце, которое... Это в нарушении технологии идет, потому что это прописано в инструкции. Тогда это есть как бы нарушение. Если просто из-за того, что вам не нравится лесенка, да, и вы говорите, что мастеру зачем ты так сделал. У мастера свой вид, ему пофиг, как у вас лестница будет или не лестница. У него свой вкус, ему может такое нравится раскладка. Все люди разные, кому-то она нравится, кому-то она не нравится. То есть вопрос подбора рисунка, вопрос раскладки, вопрос направления обсуждается обязательно заранее, не делается, не отдается на откуп мастеру, да, чтобы, если, конечно, вам вообще фиолетово, допустим, это какое-то там помещение там под хознужды, и вам все равно, что там пол будет какой, тогда вы можете полностью отдать на откуп мастера, главное, чтобы мастер был, ну, хоть чуть с головой, и все. А вообще, по-хорошему, конечно, все нюансы эти обсуждаются, либо детально записываются, лучше там, если в договоре проговариваются, ну, чтобы для вашего спокойствия. Можно там на фото зафиксировать. Также этот ламинат удобно собирать рядами. Сперва набрал целый ряд, а потом его защелкнул к предыдущему. В маленьких помещениях это даже удобнее, чем по одной доске. Так, открываем вторую пачечку. Здесь они должны, по идее, также расположены по два декора. Да, вот они, совершенно точно. Кстати, декор этот 6001, по-моему, называется. Да, вот они одинаковые. Так, отмечаем, отрезаем опять. Выдерживаем зазор от стены 8-10 миллиметров. Отмечаем. Вот, другой, третий вариант сборки. Это у нас... вбивать этот замок. Мы закрываем и вот так. Но вот этот замок именно, он позволяет его вбить. Мы можем, ну, так как крайний ряд, мы это делаем при помощи добойника и скобочки. А так можно просто, если это вот доска вот эта была бы, я бы в торец сюда ставил добойник и забивал, тот замок защелкнул. Вот этот мы делаем при помощи вот. И он без повреждения замка, он у нас в замке. Опять же, чем это хорошо? Это хорошо, когда нам надо подлезть в какое-то там
место, где нельзя поднять ламинат под градусом, да, вот, которым замок защелкивается. Например, под дверную коробку. Мы спокойно можем подсунуть ламинат, забить его, и дальше он в следующий ряд вполне войдет. То есть у нас, если вот тут вот дверная коробка вот так вот будет стоять, под нее вот эту вот планку надо было засунуть. Мы ее просовываем спокойно. Естественно, мы поднять ее под 45 градусов, либо защелкнуть ее, вот, если тут был 5G, мы не можем. А с этим замком мы просто его в торец, эту доску бьем, и она у нас защелкивается. Вот преимущество униклика. Так, сразу смотрю все доски, никакого брака у нас они не вызвали. Естественно, скалываются досочки немножечко при распиловке, но мы и не делаем в данной укладке акцентов на чистый рез. Это отдельная как бы услуга у нас, да, если нужен чистый рез примыкания там к плитке, когда делается, тогда это заморачивается, можно немножко другие пилки, это другие обороты, это можно при помощи скотча выпилить, ну и другие приемы, в общем, для чистого реза. Он вам у стен, в принципе, не нужен. Главное, чтобы не было вот больших сколов. Вот здесь вот как вот появился скольчик. Да, ну, допустим, это не критично, но лучше замерить. В таком случае, вот как вот тут скололся ламинат, если у вас белый плинтус, тут вот толщина, ну, 15 мм. При толщине плинтуса 13 мм кусочек может виден быть, да. Его либо замазать твердым воском, либо лучше поменять эту доску изначально, или если это хаотичная укладка, то сантиметр от нее отпилить, никакой проблемы в этом нет совершенно, но зато этот кусок не будет торчать из-под плинтуса. То есть, а в целом нам здесь особо чистый рез, он не нужен, потому что все равно торцом плинтуса это все закроется. Вот у нас встает плинтус, и у нас никаких сколов, ничего тут видно не будет. Даже вот этот он перекрывает, этот вот скольчик, поэтому нам особо тут красоты-то и не нужно. Конечно, когда уже мы выложили достаточное количество рядов, то сборка его вообще, то есть не представляет труда, просто это все защелкивается. Обязательно используем специализированные бруски, ну хотя бы вот такого плана, либо можно отрезать часть ламината и использовать его в замок. То есть мы вводим вот так вот и добиваем уже по нему. Только они быстро в негодность приходят, то есть он разбивается. То есть там пару рядов подбили, и надо новый вырезать вот из обреза. Loud crowds on the street as I walk by. There's a fight, sirens drive by. Someone singing about the heartaches of her life. Ну, собственно, вот такой участок получился. Очень прикольный светлый декор, да, то есть напоминает беленый дуб. Декор, еще раз повторюсь, 6001. Есть тиснение на ощупь, ну, обычный ламинат, ничего тут такого сверхъестественного нету. Прикольная фасочка, достаточно она и небольшая, но при этом она выразительная. Прикольно, что она чуть-чуть серенький такой, чуть-чуть темнее, чем основной декор, ее заметно. И в то же время она не такая глубокая, чтобы там оставалось много грязи. Или что-то, чем-то она нам помешала. В целом, по замку прям 5 баллов из 5, ну или 10 из 10, мне прям очень понравился. Единственное, что да, он плотновато, немножко усилий требуется при сборке,
Но это, наверное, только на плюс. Вы видели, как я поднимал это все полотно. Я уверен, что я сейчас и это могу полотно поднять спокойно, не рассыпется. Это очень редко для ламината. Редко какой такой выдержит. Поэтому я думаю, его на достаточно больших площадях можно смело укладывать. Единственное, по влагостойкости по плите мы еще проверим. Ну, то есть, отзывы моих коллег, о которых я говорил ранее в видео, они в принципе оправдывают. Я с удовольствием бы собирал этот ламинат и укладывал, и даже не раз. Что забыл еще сказать? Да, у нас уже уложена здесь была подложка, 3 мм это хвойная подложка. Хвойная подложка хорошо подойдет под этот ламинат, также еще можно использовать пробку. В принципе, любую подложку, даже синтетическую, типа туплекс, да, с шариками, 3 мм она же, либо полипропиленовую в листах, любая сюда под него подойдет. Единственное, там у каждой подложки есть свои нюансы. Толще подложку использовать не стоит, либо только если вот хвойную большей толщины для поднятия уровня, да, если к плитке не подходит, но сильно не увлекайтесь. И обязательно ровное основание под него. Любой ламинат, будь то самый дешевый или самый дорогой, будет хорошо лежать, если у вас ровное подготовленное основание. Ну что, я надеюсь, видео было полезное, информативное, поэтому обязательно ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Роман, пока, до новых встреч.